зрители, рада видеть на канале Реальный Сочи. И сегодня наш видеообзор о замечательном жилом комплексе «Раз, два, три». И, кстати, у меня для вас отличная новость. До сдачи корпуса В остались буквально считанные недели. Комиссия уже назначила устранить все мелкие замечания, и застройщик уже сделал это. Поэтому скоро в эти замечательные квартиры заедут свои довольные жильцы. Жилой комплекс «Раз, два, три» находится в центральном районе города Сочи. Здесь идеально ровное место. До центра мы сможем доехать буквально за 5 минут на личном автомобиле. Пешком можно дойти за 20 минут. У дома очень яркий, стильный дизайн не только снаружи, но и внутри. Хорошие качественные лифты доставят вас на 25 этаж максимально быстро и комфортно. Качество дома соответствует всем стандартам. Здесь отличные видовые характеристики как на море, так и на реку или горы. Когда я выбирала себе квартиру в этом доме, мне понравилось здесь больше всего этот замечательный вид из окна. Отличные видовые характеристики как в сторону реки, так и в сторону гор. Также большим преимуществом здесь является то, что это территория водоканала и ближайшая, вернее, водоохранная зона, и ближайшие 50 лет здесь ничего не будет построено. Обратите внимание на этот яркий, стильный коридор. И сейчас мы с вами посмотрим большую квартиру площадью 74 квадратных метра, в которой два санузла. Эта квартира площадью 36 квадратных метров отлично планируется в полноценную однокомнатную квартиру. Мы с вами находимся в квартире площадью 65 квадратных метров, и скоро мы начнем снимать цикл видеообзоров о ремонте, который будем делать в этой квартире. У комплекса будет большая многоуровневая парковка, поэтому здесь места всем хватит. Также напротив, через дорогу, находится большая сельскохозяйственная ярмарка, где вы можете купить свежие вкусные продукты. И в 5 минутах ходьбы здесь также спальный район Макаренко, в котором есть абсолютно все для комфортной жизни. То есть здесь детские сады, поликлиники, школа, почта, банки, кафе. То есть это очень удобный район, который находится практически, можно сказать, в центре города Сочи. Ну а теперь давайте поговорим о минусах данного жилого комплекса, так как без них здесь тоже не обошлось. В первую очередь хочется сказать, что здесь относительно маленькая территория для такого крупного комплекса. Ну и, конечно, за моей спиной очень скромная детская площадка. Так и хочется сказать нашему застройщику, где же будут играть эти дети, которые будут жить здесь. 900 квартир и вот такая очень скромная детская площадка, которая уже успела немного даже обшаркаться, пока ждала сдачи в эксплуатацию корпуса В. Смотрите, в эту субботу я сделаю для вас прямой эфир ровно в час дня по московскому времени, где мы с вами обсудим все плюсы и минусы данного жилого комплекса. Ну а я, как всегда, рада была встрече с вами. Не забудьте поставить лайк, если понравилось наше видео, подписаться на канал. Жду вас в субботу ровно в час дня.